день? Компания Philips. А именно для всех, кто состоит в клубе Philips, проводит розыгрыши. Ну и один вот из розыгрышей, то есть тест-драйв, называется чистый тест-драйв от клуба Philips, в котором представлен новая их продукция. Это безмешковый пылесос Philips FS9351/01, у которого мощность 1900 Вт, тип уборки, соответственно, сухая. То есть, ну, имеет общее название Philips Power Pro Compact. Ну и еще внутри используется Power Cyclone 5. Ну и также насадка MultiClean для более чистой, соответственно, уборки ваших помещений. Так вот, стал я участником этого тест-драйва. Ну и недавно пришла посылка, соответственно, от компании Philips. То есть доставили ее экспресс-почтой. То есть в такой коробке. Ну и сейчас попытаемся вскрыть ее. Для того, чтобы посмотреть, что у нас находится внутри. Достаточно хорошо все упаковано. Почта, которая доставляла данную посылку. Внутри находится, соответственно, вот такая коробка, так, ну и в которой представлен сам пылесос, то есть безмешкового типа. Посмотрим со всех сторон коробку. Его способности. Ну и внизу так, ну и давайте вскроем, посмотрим, что находится внутри. Так, ну, внутри находится инструкция. Дальше находится, соответственно, увеличительная трубка для соединения шлангом с
щеткой. Дальше основная щетка. Основная щетка. Также удлинительный шланг с небольшой щеткой для того, чтобы осуществлять уборку небольших предметов мебели. Так, ну и находится там пылесос. Так, ну и вот что он себя представляет. Прорезиненные колеса, то есть небольшое колесо для маневрирования. Сзади находится, соответственно, шнур для подключения к сети, включение-отключение, ну и непосредственно сама чаша для сбора, соответственно, пыли после уборки. Так, ну данный пылесос мы протестируем, и о результатах тестирования расскажем чуть позже. Так что всем удачи, кому понравится, покупаем данный пылесос.